За последние несколько десятилетий во многих церквях стали определять поклонение просто как музыку и пение, а порой как вид развлечения. Но это определение очень далеко от библейского понимания хвалы и поклонения. Поймите меня правильно. Петь и хвалить Бога в песне — это сильно. Это важная часть поклонения. Но дьяволу удалось перевести внимание верующих сути поклонения на стиль музыки и пения. Форма музыкальной подачи стала важнее, чем сердце поклонника. Поэтому сегодня многие думают, что если у них в церкви правильная музыка и правильная группа прославления, то у них настоящее поклонение. Английское слово «поклонение» происходит от латинского «worship» — «воздавать честь». Самый большой страх за нынешнее поколение, которое я испытываю, состоит в том, что тенденция смотреть на поклонение как на стиль музыки может лишить нас смысла поклонения, почитать Бога. Почему же так? Да потому что если наше поклонение сводится только к эмоциональному переживанию, если хвала и поклонение сводятся к определенному жанру музыки, а слова псалмов становятся для нас просто словами, если хвала и поклонение — это лишь способ эмоционально зарядиться воскресением, то мы лишили значимости и ценности то, что мы славим Бога. Поэтому в послании к евреям, 13 главе, 15 стихе сказано: «Итак, будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Что это за жертва? Петь и подпрыгивать? Это вообще-то как бы не жертва. Мы так просто накачиваем свои эмоции. Жертва была очень важна для иудейских верующих в Ветхом Завете. Бог предусмотрел в рамках Ветхого Завета, что люди могли принять прощение от Бога и очиститься от грехов, принося Ему жертву. И как вы знаете, практически каждый верующий в ранней церкви, за редким исключением, был иудеем. Церковь состояла из иудейских верующих. И они прекрасно понимали, что Иисус на кресте был единственной достаточной жертвой для прощения грехов каждого, кто приходит к Нему. Но многие задавались вопросом, а нужно ли продолжать приносить жертвы Богу. Не забывайте, что они не привыкли приходить на поклонение с пустыми руками. Они к этому не привыкли. У них было множество видов приношений. И, как я уже сказал, эти иудейские верующие прекрасно понимали, что все эти жертвы были полностью совершены в Иисусе Христе. Что же им делать теперь? Бог уже не требует закалывать животных и приносить хлебные приношения. Все, что Богу нужно, это жертва хвалы и духовного поклонения. Он желает поклонения в духе и в истине. И поэтому в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 18 стихе, Павел призывает благодарить Бога непрестанно во всех ситуациях. Но помимо этого, они понимали, что недостаточно приходить к Богу и поклоняться только устами. Это всего лишь пустые слова. И поэтому Павел призывал коринфян, что в первый день недели, когда вы собираетесь вместе, откладывать часть дохода в первый день недели по мере сил, которые Бог дает. Поэтому Новый Завет учит тому, что хвала Богу на словах и на деле неразделимо. Прославление Бога должно быть как на словах, так и через добрые дела. Нельзя разделять хвалу Богу устами через наше активное служение. Послушайте, что сказал по этому поводу Иаков. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Вы спросите, а что, если у меня нет на все это времени? Многие люди много и усердно работают, и поэтому мы видим в книге Деяний, что в ранней церкви многие продавали свое имущество, включая Варнаву,
который продал землю на Кипре и бросил к ногам апостолов. Апостолы рукоположили 7 диаконов, чтобы те исполняли дело служения. Участие жертвующих и служащих в глазах Божьих было равно. Все принимали участие. Как именно? Жертвуя финансы на служение. Это не означает, что когда у нас есть возможность, нам не стоит служить людям. Не секрет, что христианская вера — это единственная вера, в которой так много парадоксов. Эти парадоксы противоречат человеческой логике и общепринятым устоям общества на 100%. Мирское рациональное мышление говорит нам, что если мы хотим достичь успеха, нам нужно идти вперед, расталкивая всех на своем пути. Не имеет значения, по скольким головам ты пройдешься, достигая своей цели, если ты хочешь стать первым. Но библейский парадокс состоит в том, что вы можете быть сильным, только если сдадитесь в руки Бога. Если будете служить другим, вы можете испытывать радость, только если раскаетесь во грехе. И жертвуя, вы можете получать неимоверные благословения. И теперь я прошу вас открыть вместе со мною следующее местописание. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Я расскажу вам, к чему я клоню. Но сначала я прочту вам текст из этого стиха. Он обращается к группе христиан в Македонии. Вот что говорится об этом стихе. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою». Именно это обещал Иисус в Евангелии от Луки, 6 главе, 38 стихе. «Давайте, и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно вашем». Ну и следующий стих. «Ибо какую меру вы мерите, такую же отмерится и вам». О чем это Иисус? Послушайте внимательно. Когда вы жертвенны, вы активизируете Божью программу воздаяния. О, неужели Майкл проповедует Евангелие преуспевания? Нет, это чистая библейская истина. И то, что некоторые ее искажают для собственной выгоды, не делает ее истиной в меньшей степени. И Павел приводит этих македонцев в пример, как тех, кто стоял на Слове Божьем и держался обетований. Македонцы были очень жертвенными и жертвовали с радостью. При этом они давали не от избытка, но находясь в скудости. Македонцы понимали, что значит доверять Богу, и что значит собирать сокровища на небесах. Македонцы осознавали, что давать радостнее, чем получать. Они понимали, что их уверенность в Боге, который восполнит все их нужды. И это послужило причиной того, что они стали радостными даятелями. Македонцы отказывались позволять своим обстоятельствам влиять на их щедрость. Поэтому мы видим в них церковь Нового Завета, достойную подражанию. И вот вам вопрос, откуда македонцы взяли идею щедрого даяния как выражение истинного поклонения? Прочитайте, пожалуйста, сами этот стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». А вот оно, поклонение, выражение почтения Богу. Послушайте меня, там, где есть истинная любовь, там всегда будет и жертва. Только любовь способна жертвовать, только благодать способна жертвовать. И любовь Иисуса побудила его отдать все, прийти на эту землю и умереть на кресте.
Если бы Иисус отдал свою жизнь за совершенных людей, то можно было бы сказать, что Он сделал это, потому что они возлюбили Его. Но Он отдал все за тех, кто этого не заслуживал. Я не заслуживал Его милости. Он отдал все за грешных людей. Он отдал все за непокорных и ничего не стоящих. Будучи богат, сказано здесь, а что же это означает? Давайте разбираться. Он что, был миллиардером и пожертвовал деньги на благое дело? Нет. Ему принадлежала вся вселенная. Его богатство измерялись его величием. Его богатство измерялись его славой. Его богатство измерялись его сверхъестественной силой. Его богатство измерялись его атрибутами и тем, что он вечный Бог, который не имеет ни начала, ни конца. Послушайте, все секты, свидетели Иеговы или мормоны, утверждающие, что Иисус наполовину Бог, или что Он архангел Михаил, что Он сотворенный дух, или что Он превознесенный человек, все они искажают истину и имеют ошибочное представление об Иисусе Христе. Вы часто слышите от меня, я буду повторять это, пока не умру, что Иисус не просто великолепный путь к Богу Отцу, Иисус не просто лучший путь к Богу Отцу, но Он единственный путь к Богу Отцу. Ибо Он не имеет ни начала, ни конца. Он не был сотворен. Он и есть Творец. Он пришел на землю во плоти, но Библия говорит, что в Нем обитает вся полнота. Вся полнота Божества в Нем. Иисус — Всевышний Бог. Он Господь господствующих и Бог богов. Он всесильный, всеведущий и вездесущий. Он Эль-Шадай. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он — единственный объект истинного поклонения. Он — единственный объект благоговения, посвящения и поклонения. Он равный с Отцом, и никто не может прийти к Отцу, как только через Него. Он и Отец одно. Только Он дает нам Духа Святого. Он один воскресит нас для жизни вечной. От века и до века Он — Иисус. Но вопрос в том, кто же Он для вас? Мы споем песню, помолимся и скажем «пока». Пожертвуем пару долларов. Что Он значит для вас? Вы приходите в церковь позже, уходите раньше и думаете, что вы духовный гигант. Что значит поклоняться Ему лишь одному? Потому что Иисус отказался от всех своих богатств, чтобы мы могли обогатиться милостью, любовью и добротою, дабы нам обогатиться жизнью вечной, дабы нам обогатиться прощением и обогатиться радостью и миром, чтобы нам обогатиться славою. И, конечно же, вне всяких сомнений, чтобы нам изобиловать во всем, включая материальные вещи, за десятилетия своего служения. Я не раз видел, как члены семьи могут рассориться из-за наследства. Это же всего несколько долларов. Тогда как Библия говорит нам, что Он позволит всем, кто любит Иисуса, разделить с Ним все Его наследство. Мы — сонаследники со Христом. Мы наследуем все, что наследует Иисус. Мы наследуем все Его богатства, величие и власть. Позвольте подвести черту, приведя пример из первой книги Паралипоменон, 29 главы, с 14 по 18 стих. Не буду читать этот отрывок целиком. К этому моменту Давид слышал в своем сердце слова Бога. «Поскольку ты пролил много крови, ты не построишь мне храм, но это сделает твой сын». Что же делает Давид? Он жертвует на храм буквально все, что у него было. Кто-то почитал, сколько стоит все то, что перечислено в этом отрывке. Это сотни миллионов долларов.
может, даже миллиард долларов. Но послушайте меня очень внимательно. Богу важна не сумма. Для Бога жертва является даяние любого размера, но к которому действительно приложено жертвенное сердце. Услышьте меня, пожалуйста. Давид принес ему все и говорит: «Мы отдаем тебе все, ведь это все пришло к нам от твоей руки». Что говорит нам псалмопевец? Он говорит, что поклонение Господу выражается в хвале и даянии. Они всегда вместе, как сиамские близнецы. Вы демонстрируете поклонение Господу, когда жертвуете от сердца и своей руки. Поклонение производится и словами, и делами, к чему и призывал апостол Павел в Новом Завете. Придя домой, прочитайте 15 главу 1 послания Коринфянам. Это длинная глава, 58 стихов. Я много раз ее изучал и часто делился тем ее содержимым с теми, кто потерял своих близких. Потому что в этой длинной главе апостол Павел много уделяет внимания истине о воскресении Иисуса. И он объясняет им, что поскольку Он воскрес из мертвых, мы тоже воскреснем. Он рассуждает о нашем воскресении из мертвых. Это великолепная глава. И сразу же после этой главы, в первом стихе 16 главы, Павел пишет: «При сборе же для святых». А какая связь между воскресением и сбором пожертвований? Что этим хотел сказать Павел? Это что небеса и наше даяние взаимосвязаны. Они взаимодействуют и переплетаются. Я не говорю, что мы хоть когда-нибудь могли бы купить себе место в небесах. Нет, все деньги мира не смогли бы этого сделать. Но вы не сможете радоваться небесам, если не вложили в них ничего драгоценного для себя. Вы скажете: «А что ты такое говоришь, пастор?» Я это не сам придумал. Я не настолько умен. Но посмотрите в Писании. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 по 8 стих. Павел подтверждает духовный принцип, который виден на протяжении всего Писания. «Кто сеет скупо, скупо и пожнет, а кто сеет щедро, щедро пожнет». А теперь послушайте, что он говорит дальше. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью». Бог же силен обогатить вас чем? Всякой благодатью. Пожалуйста, не пропустите мимо своих ушей то, что я сейчас вам скажу. Бог желает, как мы видим в Слове Божьем, чтобы Его дети имели избыток. Бог желает, чтобы Его дети изобиловали абсолютно во всем и всегда. И поэтому вы единственные, кто может блокировать этот самый избыток. Но как же мы это делаем? Вы можете сколь угодно исповедовать устами, что все, что вы имеете, принадлежит Богу, и что все это пришло к вам от Его руки, но если при этом вы ничего не отдаете тому, кому все это принадлежит, то вы не практикуете вашу веру. Если вы только интеллектуально верите, что Бог умножит семя сеющего, и при этом не сеете это семя, то в лучшем случае такое поклонение половинчатое. Послушайте, ни хвала сама по себе, ни даяние само по себе не являются достаточными для жизни с избытком. Они должны идти в одной связке. Хвалу и даяние вы признаете, что принадлежите Богу. Ваша хвала и ваше даяние — это семена дальнейших благословений. Хвала и даяние питают друг друга. К тому же дух хвалы и даяния является заразительным. Это правда. Когда люди видят, что вы изобилуете во всем, они говорят: «Я так хочу». Как мне построить такие же отношения с Богом? Когда Давид, певец Израиля, прославил Бога тем, что принес все, что он имел, для построения храма,
Многие вдохновились этим и сделали то же самое. И в нашем сегодняшнем месте Писания, когда македонцы жертвовали, несмотря на крайнюю нужду, коринфяне начали им подражать. Я всем сердцем верю, что причина, почему за более чем 30 лет, во времена финансового кризиса и трудностей, взлетов и падений, мы никогда не были в нужде, состоит в том, что мы, как церковь, всегда стремились почитать Бога. А вы думаете, церковь только принимает? Нет, церковь, безусловно, и отдает. Если мы будем придерживаться именно этого принципа, мы обогатимся духовно.